С момента начала войны депутаты Одесского городского совета Сергей Страшный, Василий Еремея занимаются тем, что обеспечивают доставку в Одессу гуманитарных грузов. Это не первый гуманитарный конвой, который они отправили из Германии. В нем доставлены гуманитарные грузы, которые будут направлены не только в Одессу, в Житомир, Николаев и Харьков. Конечно, и какая-то часть груза останется в Одессе. Сегодня необходимо нам помогать тем городам, которые находятся на передовой. Именно эти города несут сегодня основной удар и отстаивают нашу страну. Я хочу поблагодарить всех участников, поблагодарить немецкую сторону, немецких граждан, тех мэров городов, которые общаются со мной, выясняют наши потребности и оперативно на них реагируют. Спасибо огромное всем, кто сегодня помогает Украине и Одессе. Vielen Dank.